У нас первый завтрак. Есть второй, это когда мы все остальные кушаем. А первый самый старший кушает. Самый-самый старший в семье. Да, Борис Борисович? Я еще приятно. Ждать не умею. Маминого волочка мне уже мало. Поэтому извольте, кормите меня первым. Стал так истерить, ребят. Уши закладывает. Если раньше, знаете, сидит, когда просто. Когда просто ребенок плакал, вот он как-нибудь попробуем снять вам, как он истерит. Ну просто плачет ребенок, плачет, там больно, кушать хочешь, не важно, но это просто плачет. А сейчас он сидит так. И рёт просто так, что я не знаю, что думают соседи, конечно. И так смотрит еще по сторонам, как реагирует. Понимаете? Вот. Мы, конечно, успокаиваем, не поддаемся на истерики. Неприятность эту мы переживем. Со всеми пережили. Да, но вот период, когда вот он пытается добиваться все не просто там просьбой, да, вот в виде, ну, каких-то там, да, еще что-то, а или вот в виде истерики. Тянуть руку или еще что-то, а именно крик. Вот, да, вот истерика. Прям кричит и все. Мы просто что в таких случаях делаем? Мы ждем, когда он успокоится, мы говорим, успокойся, так его взял, так, сменить положение. То есть не давать то, что он как бы прям за что орет. А сначала успокоить хоть немножко, чтобы он перестал истерить. И только потом начинаем давать, чтобы у него не закрепилось. Ага, я истерю, я все получаю. Наоборот, ага, я успокаюсь, я получаю. То есть, а успокаиваю я разными способами. Говорю, могу тихонько, могу прижать к себе, обнять. Так говорю, тихонько, чи-чи-чи-чи-чи. Вот так могу там раз, он только успокоился, потом раз, дала ему. Кази, маме приходится хитрить. Ага, какой ты милый, скажи. А ну смотри туда. Милый какой ты, да. Ого. А ты мне что сегодня утром вытворял? Что сегодня утром вытворял? А? Что? Приходится как-то подходить к каждому подходу. Находить. Первая шарлотка в этом сезоне на море. Нам просто до этого тоже выпечку нельзя было. Мы выдержали вот месяц. Сейчас теперь будем выпекать, по чуть-чуть вводить выпечку. Только когда... Просто ротавирусно нельзя выпечку кушать. И вот мы почти месяц больше даже не ели выпечку. А теперь будем выпекать. А теперь пора пришла выпекать. Можно уже и хлебушек будет потихоньку вводить. И вот шарлотку я пеку. Боречка мне тут установил. Первая шарлотка в дороге. А что у них делать? Семейная идиллия. Дыню умяли. Теперь арбуз уминаем. А этот, по-моему, еще не умял дыню. Боря, а Боречка, иди сюда. И ты не умял дыню? Нет, сначала хочу арбуз. А. Вкусно? Вкусно. А нет. Ай, вкусно такая. Да. Довольный. А и вот папа ему арбузик уже. Что-то он арбуз вчера не... Нет, он не захотел. А ну посмотрим сегодня ему на реакцию. Смотрим на реакцию. Вчера от арбуза кривлялся. Что скажешь? Нравится? Нравится? Ага, сегодня ты распробовал арбуз. Молодец. Молодец. Правильно, вот так и кушай, как Паша кушает. Нам обед принесли. Нет, это компот. Из сухофруктов салатик и картошечка. И приятного аппетита нам, семья. Это мы заказали, чтобы сегодня не готовить, немножко отдохнуть. Ну что, ребят, первая в этом сезоне морском шарлотка. Класс. Танечка, Танечка, посмотри, пожалуйста. Анюша тут доедает и видео вам монтирует. Еще чуть-чуть, нет? Нормально? Будем жевать. Теперь ее поставь, чтобы она остыла, и будем вечерком кушать. У нас Сашунька спал, ой, Боречка спал. Теперь Паша его кормит, мы сами покушали. А мы с Анюткой идем покупаемся. Потому что там нужно голову мыть на сухую. На сухие волосы наш шампунь использовать. Покажу вам, какой здесь душ в этом кемпинге. Вот такие душевые кабинки. Насколько я поняла, что здесь еще будут все усовершенствовать. Они недавно открылись. Показываем. Душевая кабинка. Солнышко от... Ой, вернее, душ от солнца. Ну что, будем мыться? Да.
надуваем матрас. Папа нам тоже и крокодила пытается надуть. Вообще, он нам там надувается, но папа решил попробовать насосом. Уже более-менее похоже на крокодила. Саша, будешь плавать на нем вместе с Тимофеем? Я буду с папой. Ты что? Мы самые тяжелые. Тебе самое тяжелое? Давай, мама ведерко понесет, ты кораблик. Ребята матрас несут. Папа коляску везет. А Тёмочка несет крокодилиуса. А мама съемками занимается. Что-то маму сегодня все освободили от ношений каких-либо. А, мама сейчас кукурузку будет искать, покупать будет нести. У нас как это называется, когда меняются? Борь. Ну, можно так сказать. Я коляску возьму, а Боря взял у детей, сдувает матрас. Взял матрас нести. А я нам, кстати, заказала черешню и шелковицу у ребят. Говорят, шелковица, черешня. Черешня у соседей есть, хотят у них взять. А шелковица у бабушки. Свежая. Да? Свежая шелковица. А белая или... А я не знаю, какая. Это нам сейчас все равно. Мы же на месте стоим. И та хорошая. Посмотрим, да, сказали завтра. И борщ заказали на завтра. Борщик заказали на завтра. Делают ребята такие хорошие. Делают нам без зажарки, без мяса. Вот так выбросим, так и делают. Пока ребята пошли за мороженым, мы тут с Боречкой уже играем вовсю. А мама кукурузки нам купила. Все, будем до вечера здесь сегодня. И так каждый день будем ходить, купаться. Ой, ты что, она невкусная? Невкусная! Это же ведро сына. Такое ведро прикольное, и ребенку играть классно, и воды принести. Это нам подарили. Сегодня волны поменьше. Тёмка тут с Сашей занимается. Тёма, такой выстрел уже замок, да, сына? А, понятно. Ну что ты тут? Паш, ныряешь? Ага. Давай. Тройное водное сальто в исполнении Анжи Брок. Тройное сальто. Караул сдала, пост, да, пост сдала. Пост принял. Пока-пока. Пока-пока. Боря сбегал, купил еще две лопатки. Ребята, там еще есть ведерко у нас. А папа вот еще две штуки купил. Что, еще тебе одну купить? Да. Да что ж такое? И так уже две купили. Ну, меняйтесь как-то по очереди. Нет, все не хотят. Что ж не хотят? По очереди. Ого, ты что такое делаешь? Это спина. Что это? Это спина.
стеной, пока только нет, я открою рот, который будет это, потом внутри будет такой замок и будет урок. Понятно, замок Кирова, это стена. А ты что строишь? Хочу... Саш. Что? Сюда смотри, я сын. Твой замок. Замок, хорошо. А ты? Город устроить. Город? Я выкопал такую яму. Ничего не слышно, когда вы на сторону говорите. Я выкопал большую яму, когда большие волны, они берут песок, и его заносят в эту яму, и сразу он намачивается. Я беру его и намачиваю. А, ты себе хитро сделал. Тебе песок брать сразу с водой. Какой ты, Паша, а? А ты что строить собралась? Замок! Тоже замок? Со стенами. Ай, размой твой замок. Чуть-чуть дальше, наверное, да? Ты песок осваивай. Нравится? В песке тут сидеть. Да? Посмотри на папу. Бой. Ай, молодец. В общем, ребят, если я вам скажу, что Черное море холодное, не верьте. Я уже не купалась, наверное, раз лет 5 ни в других водоемах, потому что они мне холодные. А здесь захожу и купаюсь. Понимаете, для меня это что-то значит. Поэтому хорошее, теплое море. Выходишь, конечно, сейчас ветер, выходишь с воды, хочется поскорее в воду обратно. Потому что здесь прохладнее. Ветер сегодня, вчера, сегодня. А так такое теплое море. Я там видел, ты с волнами воевала. Ага. А я на них это специально наплывала, чтобы они меня потом толкали. Это классно. Ага. Мы на Азовском были, вот напротив, Голубицкой. Голубицкой. За Голубицкой, там глубокое море сразу идет. И... За маяком там. Ну, за маяком, да. Я говорил. Кто знает. У меня дети в воду не пошли. Не то, что я уже с ней не говорю. Они говорят, мама, холодное море. Холодное. Хотя мы знаем, насколько знаем, что Азовское море всегда теплее Черного. Представляете? Ну, такое место нашли. А там, где вообще лужа, мы подумали просто, нам хочется в глубине поплавать. Ребятам будет неинтересно вот так вот. Смысл туда ехать. Искать лужу, плюс там негде остановиться. О, пополз. Море, ты куда пополз? Пойдем, сейчас мама тебя обмоет. Ползет, пойдем. Да, я ждал тебе предложить, чтобы ты пока с воды выйдешь, пока чтобы не обсохло, то бери его, обмой, да памперс один. По песку ползает. Все, пошли, мы, я его пойду обмывать. Все, держи пустышку. Да. Короче, Черное море рулит. Привет, купальщик черноморский. Все, может спать уже будем. Мы спать уже будем сильно? Давайте полотенечко. Аня пытается на крокодиле поплавать. Давай, Аня! На волнах. Давай я тебя туда затащу, а назад тебя на волнах понесет. Хочешь? Почти, всего лишь. Мы уже отошли очень далеко. А вы
будет. А тебе будет выше головы. Все, высоко. Все, давай мне этого, давай или ты на нем прям плыви и сними. Так, нет, давай, мама, ты. Мамочка. Давай, фотоаппарат. Давай, фотоаппарат. Ой, сейчас. Давай, Аня, пересекай. Все. Мы хотели дельфина купить, но говорят, это мы на Алиэкспрессе заказывали еще перед поездкой. Но говорят, дельфины переворачиваются, а крокодил нет. Он плоский, широкий. О, села уже. Ну что, собрались в заплыв? Да. Трубку. Нет, трубку не надо. Трубка только с маской идет. Мы сейчас с крокодилом в заплыв, папа за нами следит. Да, обязательно буду следить за вами с берега. И они одели специальные эти вот. На рукавники. Да. Боря заснул. А потому что там глубоко там плавать нужно уметь. Ну давайте, ребят. Боря заснул, значит, на три после купания. Это как да. Вчера. Заснул, но пока ждали. Я с вами. Не-не-не, Сонечка, я тебе потом здесь краешку покатаю, хорошо? Пошли. Нет, ты не с нами, мы подвое. Да, вас с Сашей подвигать. Я сейчас их далеко, потом вас подвигать. Что-то не вылазится у них. О! Ну все, давайте в заплыв. Зашли вот здесь, а уже их течением снесло вон аж туда. Выматывают волны, просто ты плывешь. Они тебя сносят и течением просто вытаскивает в сторону. Я вчера поборолся немного. Тяжело. Устал и вернулся на землю. Что? А, ты тоже следишь за ними? Ну хорошо. Скользкий. Крокодил скользкий? Да, в воде. Скользкий, скользкий. Понятно. Ну что? Круто. Понравилось? Нет. Поборолась? Вытягивает. Аня плывет, и мы на месте стоим. Я говорю, к берегу плывем, мы на месте стоим. Я давай, говорю, цепляйтесь быстро за этого, не за него, я по берегу давай выгребать. Тут можно заходить только там, где ногами ты чувствуешь, чтобы можно было по берегу выйти. Потому что если на волнах... Ну, вот я тебе вчера говорил, что я там выплывать, а меня тянет назад волной. Да, ну ты на месте стоишь. Да. Ты, чувствовал, ты вроде плывешь, вроде волной туда, а потом раз, волной назад. Да, да, да. Поэтому да. Детей опасно оставлять одних. Одних нельзя, я же вчера сказал. Вот тут, чтобы я всех видел. Отцепился Паша от этого. И смотрю от меня, дальше, дальше. Говорю, ну Паша, ну цепляйся быстро. Он, я не могу, разворачивается ко мне. Я говорю, не могу. Так я, Аня, говорю, так, за морду, я сама за хвост. Потом рукой дотянулась до Паши. Давай, говорю, за дракончика нашего. Помощник. Паша, очередь. Паша, ну я здесь вас возле берега. Пошли, Сашуня, пока еще в воде. Ну что, все, я уже покупалась, больше не хочу. Пойди. И семашки кушать. Сашунька, пойди. Thank you.
Ребята заняли очередь попрыгать. Вот той штуки классной такой. Да, я уже вечера. Давай, залазь. Давай. Раз. Опа. Залазь. И прыгай сильно, сильно, сильно. Пока Анюта там летает. Так, к выходу не подходи, чтобы не выпал. Дальше. Готов? Мама, ты тоже на финиш? Давай, давай, давай! Тимофей! Нормально, нормально! Выше, выше его! Готовка вареников в самом разгаре. Папа делает тесто. Ребята готовят картошку. Чистят и смотрят мультики все вместе. А Танюша пока этим временем работает. А потом, когда мы все сделаем, наша мамочка будет варить варенички. Буду, так вареничкам хочется. А мама сейчас сидит, монтирует вам видео. Все, насобиралось. Сколько насобиралось? Штук 15. Штук 15. Давай, девочка, давай. Нас почему насобиралось? Мы уже говорили, но может кто-то как-то не так понял. Мы с утра, я стабильно выкладываю видео до скайпарка, до Красной Поляны. Ну, пока мы ехали. Пока ехали. Вот только у нас начались развлечения, у нас день проходил как?
когда я монтировала. Мы утром вставали, варили кушать, собирались, пока ехали, я монтировала. А еду я часов 8, 6-8 часов. Выкладывала, вечером становились спать, и так каждый день. А приехали в Красную Поляну и закрутилось. С утра встали, покушали, быстро на канатную дорогу. Пришли, поехали на стоянку, легли спать, покушали. Встали утром в Сочи парк, ну, покушали в Сочи парк, вечером пришли поздно, покушали спать. И вот так прям до сегодняшнего дня. А еще же еду надо готовить? Ну, я же говорю, покушали, еду готовят, там стирка, все, уборка. И получилось, что, наверное, неделю, да, мы на неделю. Неделю выпали в видео. А видео еще по несколько штук в день. Потому что общее видео, плюс там мы куда-то пошли, куда-то снова пошли. Видео очень длинное получилось. Ну, короче, видео 15 насобиралось. Пока вот мы стали, тихонечко я уже сейчас... начну вам. Ну, вы уже, конечно, посмотрели эту кипу видео, которое я смонтировала. А сейчас вам просто объясняю, почему так вообще произошло. Вас снимает скрытая камера. Папа тесто месит руками. Давно мы руками тесто не месили, Борь? Давно руками тесто не месили. Ну, мы, знаете, на печеньки делаем, а так вот такое тесто давно не месили. Да. У нас дома все хлебопечка делает. Мальчишки не смотрят. Все, она только тесто. Ну, тесто я имею в виду. Мальчишки смотрят мультики и чистят картошку. А я видео монтирую, с Борей сижу. Ага. Так прикольная картинка. Ты же отсюда не показывал вас? А Боречка со мной. Маме помогает видео монтировать. Да. Пытается на разные клавиши нажимать. Фотоаппарат есть. Сина. Конечно, сложновато с ним монтировать, но ничего, как-то справляемся. А Сашунька сзади тут с нами время проводит. Я буду раскатывать, а вы будете накладывать. А сколько накладывать? Смотри на Аню и учись. Давайте. Сейчас я раскатаю. Ложку, да, бери. И я буду с вами вместе. Итак, мы быстренько сейчас налепим с вами. Папа, он стоит, будет досочку. Это я нашла. Ты нашла? Я нашла, как он сказал. Ну, вот куда мой, на ней тесто еще. Ну, классно. Так, всем ложку хватает. Только вам? Да, давай до первого раза столько. Я имею в виду готовки, тарелочки и все остальное. Спишь, Саш? Не спишь? Затянулось делание вареников. А я почти видео смонтировала. У меня видео почти на час получилось. А вот это очень... радость будет зрителям. Да. А я это люблю очень сильно. Еще когда природу снимаю, под музыку это все дело красиво ставить. И оно очень, конечно, очень-очень много времени занимает вот этот монтаж. Видео, ну, нарезочку это делаешь. Но хочется таки сделать, а? Раз отснимала такую природу с Борей. Первую партию уже сварили. Вареничков. Ребята сейчас будут садиться кушать. А мы тут устроили, у нас шеф-повар варит вареники. Это называется «Все свое вожу с собой». Классно? Yes. Первые вареники в нашей поездке. Пиш. Пиш. Дети уже поели. Дети именно спят уже. Они не только поели, они уже успели заснуть. Пока мы доварили всю партию. А я ищу, как отпраздновать свой день рождения. Парк динозавров есть. Хотим куда-то сгонять. То ли в Анапу, то ли куда. Отпраздновать день рождения. Думали в кинотеатр, но там ничего такого нету для нас сейчас. Интересно. Да. Поэтому посмотрим, океанариум есть. А если на парусной яхте покататься, а? Это же дорого. Надо узнать. Сафари на квадроциклах. Тоже интересно. Интересно? А детей куда? Покажем. В рюкзак и на плечи. Ладно. Все, на этой хорошей ноте заканчиваем этот день. Спокойной ночи, приятного аппетита. А что выбрали, узнаете в следующих видео.